Подскажите, пожалуйста, дегасульфат 76 при норме 80-340. Насколько он может ответственным быть за бесплодие? Дегасульфат получается сниженный. Дегасульфат вырабатывается надпочечниками. И здесь вот оценивать этот показатель, если есть бесплодие, только вот по ДГА в одиночестве, короче говоря, да, не совсем правильно, потому что бесплодие, если при этом есть, да, оно может быть связано теоретически с тем, что яичник может вырабатывать маленькое количество эстрадиола, и сам рост фолликула может быть не очень хороший, да, потому что может не хватать вот этих исходных гормонов, как бы продуктов для изготовления эстрадиола яичником. Нужно смотреть, да, он может быть причиной, ну не то что причиной, да, это может быть такая ситуация, может быть в старшем возрасте репродуктивном, когда яичник уже снижает свою работу. И там не само снижение, да, вот дегасульфата, сколько просто снижение функций яичников может быть ответственным за бесплодие.